16 миллиардов рублей. Именно таких вложений требует Красноярский аэропорт Емельянова. Об этом руководство компании заявило депутатам на очередной сессии законодательного собрания. Сегодня как раз обсуждались перспективы развития авиаузла. По мнению парламентариев, аэропорт устарел морально и технически. При этом депутаты отметили, что любые работы в Емельяново должны проводить красноярские инвесторы, а сам аэропорт должен остаться в краевой собственности. Аэропорт – это достояние Красноярского края. И поэтому решение по его судьбе должны принять все красноярцы. Это должно быть предметом самого широкого обсуждения, естественно, и на площадке законодательного собрания, СМИ, а может быть где-то и еще.